На подходе к детсадам и школам разметку наносят яркую желто-белую. Рядом с зеброй обязательно металлические ограждения. На перекрестках по пути в школу установят 1,5 десятка светофоров. До конца сентября градоначальник поручил принять меры для повышения безопасности движения по проспекту Шолохова, площади Гагарина, кольцу Королёва-Вавилова. Кроме того, обсудили несанкционированную торговлю. Как правило, у людей, занимающихся незаконной торговлей, в большинстве случаев отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов. А сами лица, предлагающие тот или иной товар, не имеют при себе медицинской книжки. С начала года градоначальник подписал несколько разрешений на проведение ярмарок в надежде, что они станут альтернативой стихийной торговле. Но та не исчезает. Если ситуация не улучшится, Сергей Горбань пригрозил больше разрешений на ярмарки не давать. Есть примеры в советском районе, да, где аграрный рынок делали, господа уважаемые, а там продают пиво. Ну чего мы добиваемся? Сделать точку очередную, чтобы кто-то там карманы набил деньгами? Мне не надо это. Мы же хотим помочь гражданам для того, чтобы цена была ниже. И хотим обеспечить продуктами питания, ничем другим. В прошлом году демонтировано 700 нестационарных торговых объектов. Но по оценкам главы города, это капля в море. Результаты усиленной борьбы с незаконной торговлей поручено доложить к концу года. Сабина Бондарь, Андрей Токарев, на Дону.